Дорогие наши художники, участники выставки «Мужчина и женщина», мы начинаем открытие нашей выставки с демонстрации совершенно прекрасных работ, которые были нам присланы со всех концов нашей необъятной родины России. Вот. Поскольку вы понимаете, что, можно сказать, постпандемийный период, пришли на открытие немного художников. В основном самые активные наши участники Евразийского художественного союза. Вот. Сейчас они заняты тем, что они дискутируют очень активно и очень, можно сказать, горячо. Я просто веду репортаж, как бы, небольшой. Вот. Поэтому хочу как бы сделать небольшой обзор выставки для того, чтобы перейти потом, можно сказать, к обсуждению работ, вот, которые выставлены. У нас появились новые художники, вот, из далекой Абхазии, но теплой совершенно. Вот. Поэтому сейчас, в данный момент, разрешите вас поздравить с открытием выставки. Аплодисменты!